Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и забираем свои награды. Так, Лига Мастеров, 3 звезды, 9600, Донателло 50 ДНК, золотые осколки и 75 платиновых. Замечательно. Ну что, забираем здесь награду. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Начнем, наверное, с серии испытаний. Хочу вот сюда зайти и по-быренькому это все дело пробежать. Так, здесь кто-то лишний. Да нет, вроде бы все норм. Сейчас попробуем быстренько это дело пробежать. Ну что, сегодня у нас, ребята, будет опять же арена. Буст понедельничный, как обычно. Я боялся, что просплю. А знаешь, что на самом деле получилось? А на самом деле получилось, что я еще и не ложился. Представляешь? Когда так... Позавчера, по-моему, я целые сутки, друзья мои, на ногах был. 17 чашек кофе выпил. И сутки, даже больше, не спал. Представляешь? Потом поспал всего лишь 6 часов и опять на ногах. Видимо, сегодня то же самое будет повторение. Но я просто уже думал, может прилечь все-таки, да? Это где-то 5 часов сейчас у меня вечера. Точнее, 4.23 на часах. 4.23. Думал, может быть, кимарнуть. Но прекрасно знаю, если я лягу, то это уже до вечера. И опять будет то же самое. То есть я встану ночью и буду шоркаться. Надо терпеть теперь уже до вечера. Так, ну что, это задание мы выполнили. Сразиться в боях и тому подобное. Так, давай-ка глянем, что у нас на этой неделе. На этой неделе у нас нейтрализатор, как ты видишь, разыгрывается. Испытание. О, вот, ребята, борцы с преступностью. Вот то, что нужно. Здесь же у нас. Да-да-да, здесь Пит, Роквелл, Кожеголовый и, конечно же, Слэш. Поэтому это событие мы будем проходить. А ярость Рафа, в принципе, нам и не нужна, потому что все у нас есть. Испытание будет Черепашья буря. Я его тоже буду проходить обязательно. Кланфуд, я вот не знаю, что там у нас. Но, в принципе, неделька неплохая, я тебе сразу говорю. И мы начнем, наверное... Давай начнем с турнира сразу же. Так, давай попробуем найти 11.11. Вот, нашли. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с самого-самого начала. Раз, два, три. Ну что, тут у нас Карайка. Тут у нас Бибоп. Ну и, естественно, Муха. Муха навозная. Начну, наверное, с Карайки. Хлоп. Хотя, на самом деле, здесь без разницы. 18 уровень, ребята, они нам на один зубок, поэтому... Хоть с Карайки, хоть с Мухи начиная, все равно они все получат по полной программе и, соответственно, отдупляться. Так, ну а мы с тобой будем... пытаться сегодня хорошечно бустануться. То есть до лиги сёгунов это минимум 3 звездочки. Так, давай попробуем найти 11-12. Шансов, конечно, маловато, но... О, есть такое дело. Нашли. И, как ты видишь, у нас 21 уровень у противников. Пока еще 3 персонажа. Ну, естественно... Мало нам будет давать кубков. И, соответственно, мы пока будем маленько с тобой продвигаться. А давай бросим баллончик. Мондагека бросает. Отлично, минус двоечка. И Донателло добивает Эйприл. Шикарно, я думаю, что мы сейчас перейдем уже. Лига воинов 3 звезды, по идее, так должна быть. Ну-ка. Да, Лига воинов 3 звезды, отлично. Но это еще не предел. Это, ребят, далеко не предел. Надо искать там 12... 13, наверное. Во. 12-13 мы нашли. Теперь персонажей становится четверо. То есть вот теперь уже идет небольшой прирост. Но все равно еще не максимальный. Максимальный будет это когда пятерочка. 5 персонажей против 5. Давай-ка попробуем дрон вызвать. Замечательно. Этот дрон летит и еще чем-то, ребят, посыпает. Я не пойму чем. Каким-то
то ли газом, то ли пылью какой-то. Я не знаю, чем он посыпает, но явно врагам не нравится. Мы уже с тобой в элите. Ну, я, ребята, на самом деле не обращаю внимания, элита там, шмелита. Тут главное, чтобы каждый бой прибавлялся нам по одному кубку. Но есть такие моменты, когда мы доходим до определенного этапа, где начинается некое замедление вот этого всего. То есть нам могут давать несколько раундов одинаковое количество кубков. То есть не может быть такое, что каждый поединок ты будешь прогрессировать. Понимаешь? Такого не будет. Хотя вот хочется, если честно. Мы с тобой уже в элиту две звезды забираемся. Вот давай сейчас посмотрим. У нас было 12-14, да? Вот 13. Смотри-ка, дают. Дают? Хм, я думал, что не дадут. Ладно, хорошо. 13-15, значит, в следующем поединке должно быть 13-16. Или сколько там? 14-16, да, вот так вот. 30 уровень уже у наших противников. 30, несмотря на то, что мы уже 50. То есть, как бы. О, давай-ка Белыча позовем. Микеланджело вызывает. И видишь, этот удар слишком слабый. Он не прокачанный. Поэтому он с одной, как говорится, плюшки их не смог завалить. Ну, а мы двигаемся дальше. Возможно, даже перейдем уже на следующую лигу. Итак, да, ребят, 3 звезды элита. Еще чуть-чуть, и мы уже будем в самураях. 13-15. Вот давай попробуем сейчас найти с тобой 14-16. Или 13-16, как у них там идет. И видишь, не дают. Вот я про вот эти тебе загвоздки и говорил, что хоть ты тут заролься, а они давать не хотят. Они могут... Воу, смотри-ка, да, они все-таки 13-16. Ну, сколько я ролил, ребят? Так можно бесконечно, вы устанете просто смотреть. Можно, конечно, вырезать это все, да? Вот это вот, когда ролишь. Как вариант. Так, ну что? Погнали, шайбой в лоб. Так, Леонардо, вызывай корабль космический. Минус двоечка. Так, Крэн такой, ручки потирает. Давай. Бамс, замечательно. Мне нравится, как сам Крэнк, этот робот его, стоит на этом глазе, и глаз уже бомбит лучом. Выглядит довольно прикольно. Ну, вот, друзья мои, мы и в самураях. 82-я позиция. Отсюда уже идет у нас отсчет. Смотри, 13-16. Попробуем найти... Опа, 14-17. Все идет просто великолепно. Ну и противник растет, как на дрожжах. Так смотри, у него уже 40-й уровень. Тут скоро будет 10 уровней разница, а это самый минимум, что я могу себе позволить. Так что сделаем для начала дебаф именно ханом. Дебафчик сработал. Плюс, давай-ка бросим, наверное, фляжку вот эту вот. Ой, как она круто бомбит. Вырубаем. И огненная торнадо. Шик и блеск. Ну, как тут что скажешь. Вот это вот запрет лечения от Леонардо. Видение вообще мне нравится. Так, ну-ка смотрим. Самурай 2 звезды, прикинь. Но 100-я позиция, это говорит о том, что мы вот в этом поединке, наверное, не перепрыгнем уже. Не сможем. Как ты понял, да, 14-18 кубков я взял. И вот здесь есть своего рода... А ладно, я думаю, что справимся все-таки. 10 уровней есть разница, но вот Майки мне не нравится, что он здесь у нас во вражеской команде. Давай, Майки, начинай. Так, не упали, а если мы бросим, например, бомбочку? Ага, минус двоечка. И, наверное, Шредер все-таки классика добьет остальных. Да что ты будешь делать, а? Все. Пока, ребята, идет все отлично. Ни одного проигрыша нет, никого не потеряли. И довольно неплохо буст идет у нас. Так. Ну, я тебе говорил, что вряд ли мы перепрыгнем соточку
как бы это проблематично. Так, 14-18. Я уже забыл, сколько нам нужно найти. Нам, по-моему, 14-18 не надо, да? Да, наверное, 14-18 нам все-таки и нужно было оставлять. Так, ладушки. Опять майки здесь лезет. Да что ты будешь делать? Он всегда везде свой нос уйдет. Куда его не просят. Давай-ка я возьму, наверное, Шархана здесь в помощь нам. Потому что 43 уровень все-таки, ребят, напряжно. Вот они стоят, хлопчики. Ну-ка давай дебаф на них. Шарханчик, отлично. И сюрики. Вот, ага, хотел сказать, вот и все. А Донателло-то, как обычно, выживает у нас. Интересно, мы сейчас перейдем с тобой в следующую лигу или нет? Это будет у нас самураи 2 звезды, получается, да? А, 3 звезды. Самураи 3 звезды, отлично. 67-я позиция и... О, 15-19 уже есть. То есть, ребята, бьем, бьем планочку. Так, 49. Кстати, опять он. Ты посмотри, опять этот Микеланджело. Давай возьмем с тобой Зека тогда. И попробуем за счет него. Так, ну естественно, бомбочка от Зека полетит в первую очередь. Кто-то упадет, наверное, да? Да, упали. А Майки решил все-таки хильнуть. Я думал, он будет делать уклонение на самом деле, но нет. Он, видите ли, вот так вот решил. Давай-ка мы вот так сделаем гидрант. Тыч. Но они выжили. Лео, ты сможешь их бомбануть всех своей масухой? Да, а если вот так вот? Холодильничком. Холодильничек врулил. Ну что, друзья мои, отлично. Кстати, тут три черепашки из фильма, да? Рафаэль, Майки был и... Рафаэль, Майки и... И Лео, Лео, конечно же. Так, смотрим. Нет, не перешли, но около того, ребят. То есть уже мы практически на сёгунах. Так, давай-ка мы попробуем 15-19. Вот, есть такое дело у нас. Уровень противников 49-52. 49-52. То есть они практически с нами сравнялись. Мы идем практически вровень. Оторваться мы от них уже не сможем. Вообще никак. Поэтому придется бороться до последнего. Тыбич. Ну слабый, слабый этот удар. Ох, остается один Бибу. Ну, мы его тоже уложили, баньки. Так что давай смотреть, какую позицию мы сейчас займем. И вряд ли мы, конечно, сможем передвинуться. А нет, нет, ребята, мы в сёгунах. 56 место. Но мы уже в сёгунах. Так, 15-19, может быть, все-таки дадут уже 15-20 или сколько там? 16-20 должно быть. 15-20, отлично. Великолепно. Так, 53-й, ребята, уровень у противника. 54-й даже кое-где доходит. Прикинь, мне вот приходится теперь брать имбу. Если раньше мы с тобой как бы на равных дрались, то теперь просто такого шанса нету. Они мне его просто не дадут, они меня порвут, как тузи-грелку, поэтому вот приходится так, ребята, поступать. Ну, в принципе, я другого и не ожидал. Это норма. Для буста это нормально, поверь мне. Так, ну, на следующий бой мы уже с тобой перейдем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Так, давай-ка 15-20, не надо сейчас вот тут мне... А, опять он, да, смотри. Как будто я не знаю, что 15-20 я заслужил. Раз, два, три, четыре. Так, Донни, подожди. Давай-ка я здесь возьму Бакстера. Бакстера Стокмана, нашего профессора. Так... Ну как, начнем? А начнем с волны. Вообще шикарно. Бинго, минус. И Рокстеди тоже падает. Вот теперь мы перейдем с тобой уже в следующий ранг. То есть получается сёгун 3 звезды. 3 же звезды, да? Не, 2 звезды. И 55-я позиция. Окей. Так, теперь я уже хочу получить... во! 16-21. Шикарно. Раз, два, три, четыре.
5. Как думаешь, Дуни справится с ними, со всеми? Вот и я не знаю, но надо попытаться. Так, тут клан Фуд вызывает Шреддер. После этого делаем сюрики. Да. Донателло справился. Ну и давай показывай мне, какая там у нас позиция. Вторая, да? А, четвертая. Ну что же. Тогда уже давайте 15-21. Или 16-21. Как у вас там это все идет? Сколько играю, ребята, никак не могу запомнить. Да тут невозможно это запомнить-то. Во, 16-21. Так, опять этот Майки тут. Ну, немножко другой, но все равно, ребята. Микеланджело любой Майки в команде всегда, ребят, практически инициатор. Именно у него большая инициатива. Или фокус, как вы называете по-другому, который ему дает привилегию ходить первым. Но так как у нас Армагошка сотого уровня, естественно, мы тут шансы им просто не оставили. Так, смотрим, как мы залетаем с тобой в Лигу Сёгунов. 3 звезды. Позиция 58. Так, 16-20. А вы не дадите мне 17-22, наверное, там или как? 16-21. Наверное, не дадут. Опа! 16-22, ребят, есть такое дело. 16-21 было, а мы с тобой нашли 16-22. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Тут я оставил только одного супер Шреддера. Я думаю, его здесь будет достаточно, более чем. Так, погнали. Этот Майки должен упасть. Да, да тут все практически упали, вот читая Бибопчика. Ну что же, и получается, что мы с тобой переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. Да? Да ладно, ну вы серьезно что ли? Блин, почему-то мало дали, друзья, мало нам дали. Слушай, у нас 4 отката, маловато будет как-то. Мало дали этих кубков. Блин, да ну, хорош. Да быть такого не может. Как так-то? Мы с тобой офигенно как бустовали, да? И всего лишь перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Да ну. Мы идеально шли, ни разу не проигрывались, все время постепенно повышали планку. И здесь мы только лишь... Да ну, это какая-то... Это просто несправедливость, друзья мои. Это должен был быть один из лучших бустов. А нет, нормально, нормально, ребята, все. Лига мастеров взята. Все, тогда. Тогда я спокоен. А то я уже хотел завозмущаться. Сил нет возмущаться. Я сонный, ребята, как я и знаю кто. Так, не хотят мне давать 16-23. Как я посмотрю. Вот уперлись рогом и все. Не хотят. Ага, я все-таки, ребят, передамажил их. Да, мне даже брать некого. Передамажил. Дамажер тоже мне. Ладно, ребят, это у нас последний поединок на сегодня. Давай. Покажем им Кузькину мать, да? Я думаю, здесь ничего не надо делать. Просто ударим и все. Так, теперь шипы от Супер Шреддера. Изи. И валунчик от нашего Армагона. Ребят, и все. Все, идеальная победа. В общем, этот буст, я тебе скажу, очень хороший. Но, еще раз повторю, ребята, он сделался практически на откате. Только прошел откат, я сразу сел, и, видишь, результат не заставил себя ждать. Так, ну что, больше нам с тобой нечего делать. Давай, наверное, задание закончим. Так, сразиться в боях. Где наш Макман? Вот он наш Макман, навыки. Давай посмотрим. Так, нам нужно с тобой 10 ножей для пиццы. 10. Один нож нашли. Второй нашли. Третий. Так, 3 ножа уже есть.
Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Седьмой. Да что ты будешь-то? Седьмой. Ты специально, да? Восьмой. Девятый. Ну и последний. Последний нож. Десятый. Так, ну что, ножи мы с тобой тоже нашли. Блин, я даже один переборщил. И надо будет в следующей серии уже найти 12 кружек. Так, мы ему можем уровень? Наверное, можем. Поднимаем ему уровень. 72-й. И забираем полностью с тобой награды. Отлично. Так, осколки мне не нужны. Я бы с удовольствием бы хотел бы сегодня поиграть эпизод, ребят, но я просто уже залипаю. Понимаешь, просто залипаю. Я сейчас просто вырублюсь за столом. Так, а вот это вот можно с легкостью менять. Все, обменяли. В общем, ребят, нормально получилось сегодня. Буст, возможно, не самый-самый топовый, но, поверь мне, он стоящий был. Так что в следующей серии мы с тобой пойдем, пройдем вот это испытание и будем... Ну тут дофига, ребят, кто нам нужен. Да все нужны. Все анимутанты вот эти вот. И Слэш, и Кожеголовый, и Роквелл, и Пит. Но это мы будем уже делать в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.